Мобильная связь в Севастополе будет работать в режиме чрезвычайной ситуации неделю. Об этом сообщил начальник городского управления связи Вадим Дворяненко. По его словам, аккумуляторных батарей на 160 сотовых станций хватает на 5-6 часов работы. За 3 часа, когда по графику подается электроэнергия, они заряжаются только на 60%, а за следующие 6 часов работы полностью разряжаются. В таком режиме они через неделю выйдут из строя, если их не поддерживать, сообщил Дворяненко. Стоимость новых аккумуляторов для всех станций составит 50 миллионов рублей. Станции мобильной связи в промежутках между подачей электроэнергии будут позаряжаться с помощью 5 мобильных дизель-генераторов. Также для этих целей могут быть использованы маломощные генераторы, которые в Севастополь готовы направить МЧС Ростовской области. Стационарная телефонная связь при этом работает без перебоев, так как она обеспечена автономным питанием. Напомним, из-за массовых перебоев в Севастополе введен график подачи электричества. 4 района города получают свет на 3 часа с перерывом в 6 часов.